Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печерское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Магазин «Автомаркет» предлагает запчасти для автомобилей импортного и отечественного производства, автомобильные технические жидкости, автоаксессуары и инструмент. «Автомаркет». Отличные детали, отличные цены. Телефон 48800. Магазин «Триада» 1 октября празднует 16-летие. В честь своего дня рождения магазин дарит каждому покупателю подарок. Для вас в наличии под заказ мягкая корпусная мебель на любой вкус и размер. «Триада». Мебель – то, что надо. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – фирма «Деплер». И о погоде. По данным Печерской гидрометеообсерватории, завтра, 24 сентября, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами небольшой дождь. Ветер южно-юго-западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет 10-12 градусов выше 0, а завтра днем 17-19 градусов тепла. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центре обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Тюжина. Всего вам самого доброго. До встречи.